Покровского на туре глубокой, пробиваясь Господу сквозь нещадный век, шел с котомкой посохом, легкою походкой по России Божий человек. Смотрит небо звездное русским синим оком, в чутком сердце путника благодать и тишь. Белая березника молится под боком, в чистом поле зорьку не проспишь. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке. Мученик Григорий Новый, русский старец с посохом в руке. Все гонения лютые прожил не по книге, получив от Господа свой венец в крови. И 3 года тяжкие проносив вериги, заменил веригами любви. На святые подвиги враг поганый злился, словно на разбойника клевету воздвиг. Ты ж, пылая свечкою, Господу молился: Боже правый, сохрани свои. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке. Мученик Григорий Новый, русский старец с посохом в руке. По святым обителям сколько было пройдено, жаждою и голодом добыто не зря. Надо всем на родине жить любовью к родине и стоять за батюшку царя. Царскою фамилией радостно встречаем, другом величаем, был семьёю всей. И от смерти чаемой им в мольбах спасаем, светозарный отрок Алексей. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке. Мученик Григорий Новый, русский старец с посохом в руке. Знали ангела в путнике убогом, бедному изгнаннику рай отверз врата. Скорби и гонения — это дружба с Богом.
а любовь несение креста. Есть в углу молитвенном чудная икона, праведник умученный за царя и Русь. Перед этим образом я кладу поклоны и в слезах за родину молю. Странник одухотворенный вышел к Богу налегке, мученик Григорий Новый, русский старец с посохом в руке. Чудотворец с посохом в руке.